У Армении есть определенная ответственность в связи с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте. Отвечая на связанный с Зангезурским коридором вопрос депутата Арсена Старосяна, Пашинян сказал, что в 9-м пункте заявления закреплено открытие коммуникационных линий с учетом экономического развития региона. За исключением некоторых предвзято настроенных сил, большинство в Армении понимает необходимость открытия коммуникационных линий для развития экономики, улучшения благосостояния народа и интеграции с другими странами. В этом смысле правительство Армении также очень заинтересовано в развитии инфраструктуры и усилении экономики в регионе, добавил Пашинян.